Приветствую вас. Мы с вами продолжаем курс лекций по догматическому богословию, и сегодня будем говорить о такой важной части церковного вероучения, как учение церкви о самой себе. Раздел догматического богословия, который изучает учение церкви о самой себе, называется экклесиология от греческого слова эклесия. Если обратиться к этимологии, то есть к первичному значению этого слова, то это слово обозначает собрание на призыв. И очень важно понять, что призыв, на который собирается церковь, это призыв Господа Иисуса Христа. Собственно говоря, церковь образовалась как таковая именно от той проповеди, от того призыва, который Господь, ходя по Святой Земле и проповедуя Евангелие, проповедуя благую весть, собрал вокруг себя учеников, а его ученики, то есть это апостолы после этого, распространили святую веру, и, собственно говоря, организовали церковные общины по всему миру. Многие выдающиеся богословы обращают внимание на то, что эклесия, то есть церковь, как собрание на призыв, это собрание не просто объединенное какой-либо идеей или политической или идеологической или любой другой там религиозно-философской или просто философской программой. Это общество, объединенное вокруг своего основателя, то есть Господа Иисуса Христа. Поэтому, и не только поэтому, Христос назван главой церкви, потому что, во-первых, Он основатель церкви, во-вторых, собственно, мы собрались вокруг Христа, и еще важным моментом является то, как говорит апостол, апостол о том, что Христос является основанием, краеугольным камнем церкви. И церковь до сих пор стоит на этом краеугольном камне, на учении Иисуса Христа и на самом Христе. Естественно, что после вознесения, после того, как произошло вознесение Господа Иисуса Христа, нельзя сказать, что мы вот, вот где собираемся мы вокруг Христа, где это собрание, где оно имеет место быть. Это место имеет быть вокруг Евхаристии. Поэтому есть такой взгляд, богословский взгляд, который разделяли многие святые отцы и современные богословы о том, что, собственно говоря, церковное собрание – это собрание верующих вокруг евхаристической чаши. Один из известных русских религиозных философов Алексей Степанович Хомяков даже как-то сказал, что церковь – это стены, воздвинутые вокруг евхаристической чаши. Если какие-либо другие собрания, даже которые называются религиозными собраниями, могут объединяться, приходить, собираться по другому поводу, это не есть в полном смысле слова церковное собрание. Это может быть все, что угодно, но не церковь в полном смысле этого слова. Церковное собрание когда мы приходим в церковь, мы приходим с вами на литургию. То есть на то, что в переводе с греческого обозначает общее дело. И это общее дело, это собирание вокруг Христа, вокруг Евхаристии, дабы приобщиться мистическому телу церкви, приобщиться телу церкви. В принципе, вы все знаете, что днем основания церкви считается день Пятидесятницы, когда на 50-й день после Пасхи Дух Святой сошел на апостолов, и апостолы, проповедуя в Иерусалиме, Всем народам, всем, кто пришел тогда на еврейскую Пасху, на иудейскую, вернее, Пятидесятницу, и каждый слышал проповедь на своем языке и на своем наречии. И многие богословы, и даже в богослужебных книгах этого дня идет интересное противопоставление двух библейских событий. События из Ветхого Завета и события из Нового Завета. Из Ветхого Завета это вавилонское столпотворение, когда люди собрались в одном месте для того, чтобы кинуть вызов Богу, для того, чтобы противопоставить себя Богу, для того, чтобы противопоставить себя имени Божьему. И за это были наказаны рассеянием и отсутствием понимания, взаимопонимания друг друга. Собственно говоря, коммуникативные способности людей были нарушены вследствие вот этого столпотворения вавилонского. Это было формой наказания за то, что люди собирались не ради прославления Божьего, а ради того, чтобы противопоставить себя Богу. А в Новом Завете как раз противопоставляется вот этом вавилонскому столпотворению, собрание людей ради имени Божьего, ради Бога, ради того, чтобы послушать проповедь, ради того, чтобы приобщиться и стать едиными именно в Боге. И поэтому, если вы будете внимательно слушать богослужебные тексты, на день Пятидесятницы, вы обратите внимание, что в стихирах как раз и говорится о Вавилонском столпотворении и противопоставляется ему день Пятидесятницы, как два диаметрально противоположных знаком минус и знаком плюс объединения человека, объединения людей, создания человеческого сообщества против Бога и ради Бога. Вы все знаете никейский, никео-цареградский символ веры, в котором есть слова о том, что мы веруем во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И по сути своей православное вероучение кратко выражено именно в этих словах, в этом небольшом предложении и символа веры. Как понимает церковь, как правильно осознавать церковь? Мы очень часто не задумываемся над этим вопросом. Мы просто принадлежим церкви и все. Предметом нашего мышления, предметом нашего рассуждения не является вопрос о том: а что такое вообще церковь, а что такое быть членом церкви, что такое принадлежать церкви. И если обратиться к Священному Писанию Нового Завета и прежде всего к посланиям апостольским и прежде всего к посланиям апостола Павла, то вы увидите, что церковь мыслится как Новый избранный народ, то есть новый Израиль. Был некий э, Ветхий Завет, был э, избранный другой народ, был э, избранный еврейский народ, но после пришествия Христова Христос образовывает новый избранный народ, новый Израиль. И церковь и есть этот новый Израиль. Этот новый народ, который получил свое основание во Христе и продолжает существовать во Христе. Поэтому апостол Павел называет э, церковь телом Христовым, потому что мы все связаны во Христе, он наш глава, а мы члены церкви. И каждый, кто присутствует, каждый, кто считается принадлежащим к церкви, входит именно в это тело Христова. Церковь – это не просто народ, это не просто собрание, это э, то, что апостол Павел лучше всего назвал и дал самое лучшее определение это столб и утверждение истины. То есть, по сути своей, можно сказать, что это не просто вот мы собрались в классе, и мы уже церковь. Да? Несмотря на то, что я в священном сане, а вы будущие священнослужители, и мы говорим на веручительные темы. Но мы в данном случае просто собрание людей, которые размышляют на религиозные темы. И в этом смысле мы не столп утверждения истины. Я могу ошибиться, вы можете дать неправильный ответ и тому подобное. Но в глобальном смысле та церковь, которая является телом Христовым, та церковь, которая является присутствующим во всем мире, во Вселенной, она столп утверждения истины. Она действительно единая и она действительно святая. И не может быть никакого сомнения о том, что эта церковь такого и является. Если мы с вами зададимся вопросом, кто является хранителем и распространителем того, что мы получили от предшественников, предшественники ⁇ это апостол, апостол от самого Иисуса Христа. Безусловно, церковь. Есть меняющиеся поколения, меняются поколения, меняются люди, меняются народы, но церковь, присутствуя в них, остается одной и той же, тождественной самой себе. И несмотря на определенного рода культурные различия, которые присутствуют в православных традициях разных поместных православных церквей, будь то грузинская, сербская, румынская, албанская, русская, польская православная церкви, мы, если посмотрим на их образ жизни, на некоторые обычаи, то можно найти то, что отличает от нас их от нас, а нас от них. Но по сути своей, в вере, в уповании, в апостольском преемстве мы являемся одним и тем же. Поэтому, несмотря на некоторые культурные различия, все равно церковь является тождественной самой себе, несмотря на свое присутствие в различных культурных и исторических условиях. Кроме всего прочего, очень важно понимать, что собственно, откровение Божье, то проповедь, ту благодатную силу, необходимую для спасения, которую Христос дал, она находится в церкви. И дается она церкви как новому избранному народу. То есть не конкретно мне, или не конкретно вам, или не конкретно какому-либо архиерею, или какому-либо человеку, или какому-либо священнику, а всей церкви, всей полноте церкви. И каждый, кто хочет приобщиться, войти в это, то есть в эти благодатные дары, данные для спасения, то он должен приобщиться в церкви. Не может быть приобщения, приочищения к этим благодатным дарам без церкви. В этом смысле, как замечает один из богословов, а именно Владимир Николаевич Лоский, можно сказать, что мы Входя, врастая в плоть, в тело, в церкви, чем больше происходит это врастание, тем больше входит наша, входит наша ипостась, наша личность в, в обладание благодатными дарами. Не может быть человек сам по себе получать это откровение. Не может человек сам по себе получать эти благодатные дары. Он получает их только как член церкви. Соответственно, есть известная максима, тоже сказанная одним из древних авторов, что если бы это сказала не церковь, я бы не поверил. Настолько высоко некоторые церковные писатели, прежде всего Киприан Карфагенский, говорили о значении церкви. Тот же Киприан Карфагенский говорил, доказывая единство церкви, что кому церковь не мать, тому Бог не отец, вы знаете все, все это известное выражение. Таким образом, церковь является тем сообществом во Христе, телом Христовым, в принадлежности которому, только в принадлежности которому, мы можем получить благодатные дары, необходимые нам для спасения. В принципе, существовали и неправильные формы определения и понятия, что такое церковь. Например, существует две крайности. Одна из них э, – это отождествление церкви с э, священством, с иерархией, с клиром. Такая точка зрения отчасти э, была э, заимствована э, некоторыми богословами из западного влияния, потому что на средневековом западе на определенный момент э, стала восприниматься церковь, отождествляться, собственно говоря, церковь и э, иерархия. А народ, ну, народ так так просто народ, да, но, собственно говоря, всеми дарами, всеми правами и так далее и тому подобное обладает только иерархия. Другая крайность, тоже возникшая в западных условиях, это полная противоположность вот первой точки зрения, которую я сказал. Она, наоборот, полностью отвергала иерархию и говорила, что вот церковь – это миряне. Миряне, которые собрались, ради имени Христова, они сами себе выберут священника, они сами себе выберут пастыря, они сами себе организуют общину, они сами установят, как правильно жить, что исполнять и так далее и тому подобное. На определенных этапах эта идея, она достигла, если так можно выразиться, некого абсурдного состояния, когда существует просто конгломерат свободных приходов, так называемый independent church, свободные церкви, да, каждый приход вроде бы принадлежит к одной протестантской деноминации или конфессии, но паство этого прихода может ориентироваться на одни ценности, а паство соседнего прихода может ориентироваться совершенно на совершенно другие ценности. И таким образом, в глубоком смысле слова, это просто раз, различные отдельные друг от друга общины, которые объединены определенными э, вероучительными взглядами, но не более. Это не есть в полном смысле единство. Более того, э, там действительно э, священник просто избирается как пастырь, избирается э, мирянами, они делегируют свои полномочия и дают ему возможность, например, учить или совершать богослужение или э, собирать собрания но по сути своей это тоже противоположность это крайность это определенного рода искушение в понимании Церкви поэтому православное богословие оно всегда настаивало на том что Церковь это вообще все верующие полностью все верующие это и иерархия это и как принято говорить простой народ то есть миряне все входят в Церковь и Церковь это народ Божий и в этот народ Божий входит абсолютно все нельзя отожествить церковь только с клиром или нельзя отождествить церковь только с мирянами. Церковь, как я уже сказал, это все верующие во Христа. Но в самой церкви действительно присутствуют различные дары и различные виды служения. Священство это тоже вид служения. Вы читали, читали апостола Павла и знаете, что апостол Павла упоминаются, например, там пророки. Упоминаются э, вдовицы, упоминаются другие люди, которые как, как бы видно, что они несли какую-то деятельность в церкви. Это обозначает, что в церкви есть и другие дары, э, которыми можно служить окружающим. Это э, тот же апостол Павел говорит о том, что дух один, дары же разные. И эти дары могут быть связаны с иерархическим служением, а могут быть связаны с некими другими служениями, с служениями связанными с милосердием, с, с помоществованием, со страданием, с даром утешения, даром учительства и так далее и тому подобное. То есть по сути своей в церкви каждый обладает определенного рода даром каждый э, должен служить другому. И э, большинство богословов, большинство экзегетов, разбирая эти э, слова апостола Павла, не обращают внимания на то, что э, если мы, кто, э, кто из нас имеет какой-либо дар, то имеет этот дар вот не ради себя, вот я хочу такой дар, поэтому я его имею. Или вот он хочет такой дар, и поэтому он его имеет, и он ему дан. Не, не ради человека дается дар, а ради того, что этот человек этим даром, даром Духа Святого, да? не даром человеческим, а даром Духа Святого, харизмой Духа Святого, может служить другим людям, которые, может быть, по какой-то причине не обладают таким даром. Но те люди обладают другим даром, который не обладает этот человек, и они служат ему другими дарами. Соответственно, в церкви существует взаимослужение друг другу, не существует только принимающая сторона или только дающая сторона, существует э, так, что Дух Святой дает дары и этими дарами, распределенными между членами церкви, каждый служит друг другу. Апостол Павел говорит, что сравнивая, приводя аналогию с телом, тоже говорит, что в теле нет ненужных частей, да? Нельзя сказать, что рука это ненужная часть тела, потому что она не голова. Или нельзя сказать, что нога это ненужная часть тела, потому что она не голова. Или э, не нужен живот, потому что это не сердце. Так нельзя сказать, вы прекрасно знаете, что без любой из этих частей полноценное существование человеческого организма э, практически невозможно, не предоставляется возможным. Соответственно, и в церкви есть. Э, те, кто могут казаться, казалось бы, да, что они обладают каким-то незначительным даром, но если вы представите, что нет этого якобы незначительного дара, то вы сразу поймете, что церковь или конкретный приход, конкретная, конкретная храмовая община, они не могут в полной мере осуществлять то, как нужно осуществлять церковную жизнь. Поэтому это определенного рода искушение, я бы даже сказал, это определенного рода глупость так рассуждать. И каждый раз, когда вы, как будущие священнослужители, будете строить отношения с паствой, вы должны понимать, что она должна, эти отношения должны строиться именно на основаниях того, что вы не командир там, не главнокомандующий или что-нибудь в этом роде, а человек, у которого есть иерархическое служение. И это иерархическое служение дано не лично вам, а тем, чтобы вы этим иерархическим служением помогали людям вокруг вас. А у этих людей могут быть различные дары, которыми они будут вспомоществовать вам в вашем служении. Только таким образом и строится, собственно говоря нормальная церковная христианская община во имя Христа, ради причащения, ради того, чтобы жить по заповедям Христовым и достойно приступать к таинствам. Владимир Николаевич Ловский, уже мною упомянутый, он э, в одной из своих статей, рассуждая э, о сознании церковных людей, говорит о двух искушениях, о двух соблазнах. Он так и назвал эту свою статью э, о, церковных, о церковных соблазнах. И э, на каком-то этапе э, это может быть соблазн для конкретного человека, это может быть соблазн для конкретного прихода, это может быть соблазн для какой-нибудь конкретной э, села города и так далее и тому подобное но этих соблазнов нужно избегать он, он э, говорит э, рассуждая об этом э, что их можно сравнить с двумя крайностями христологическими вы помните что э, были ереси христологические одна из них это монофизитство а другая из них это несторианство для монофизитов собственно говоря человечеству человеческой части человеческой природе Христа места как такового нет. Божественная природа, она как бы является превалирующей, все, погло, все поглотившей. Человечеству там места нет. Другая крайность, выраженная в христологии Нестория, она предполагала некую параллель между существованием божественной природы во Христе и человеческой природы во Христе. И они, эти природы находятся в определенного рода нравственном соприкосновении. То есть, по сути, глубинного единства природ с точки зрения Нестория во Христе не существовало. Беря за основание эти две христологические парадигмы, Лоский говорит, что и церковь можно воспринимать так же, кто-то воспринимает церковь, не различая существенное и несущественное. Для него в церкви все существенное, все обладает обязательным статусом, все является необходимым, все является обязательным к исполнению. И если ты что-то не сделаешь или как-то не так себя поведешь, все, значит, ты не, не являешься в полном смысле полноценным верующим крестьянином. Ты не там встал, не там сел, не, не, не так посмотрел, не так сказал, не так спросил, э, не, не отнесся к тем вещам, к которым, например, кто-то считает, что надо относиться таким образом, так, как этот человек или этот священник хочет. И, соответственно, ты не соответствуешь званию христианина. И э, можно сравнить это с определенного рода тягостями, возглавляемые на человека. Очень тяжело Пешловски в таком состоянии человеку существовать, потому что для него все является обязательным. И эта цепочка обязательных исполнений вещей, она становится какой-то бесконечной. Соответственно, человек, присутствующий или осознающий что-нибудь такое, даже сам иногда желающий этого, он как бы попадает в новое законничество, в то закончество, о котором Христос говорил, как о неудобоносимом бремени. И так нельзя воспринимать православную церковь, потому что православная церковь – это церковь во Христе свободная. Вы помните, как апостол Павел много пишет и противопоставляет закон и благодать, отсутствие свободы и, собственно, свободы во Христе. Но свобода, данная нам не для греха, а для того, чтобы делать добрые дела во Христе ради добродетелей. Потом Ловский, говоря о э, другой крайности, вот э, ту, которую он сравнивает с христологической парадигмой истории, он говорит, что есть люди, которые мыслят себе церковь как э, существующую в двух реалиях. Есть некая идеальная церковь, которая, да, действительно, там церковь святых, церковь э, э, святителей, апостолов и так далее и тому подобное, а есть церковь, вот мы с вами, и между этими двумя церквями есть какое-то соприкосновение. Но в полном смысле слова церковь – это человеческая организация. И в этой человеческой организации могут быть свои недостатки, могут быть свои ошибки, могут быть радикальные недостатки, радикальные ошибки. И ничего с этим поделать нельзя, с этим надо смириться и только иногда пытаться ориентироваться на вот ту церковь, которая является идеальной. То есть, как Книстолий предполагал соприкосновение, нравственное соприкосновение двух природ во Христе, без их настоящего единства, так и эти люди воспринимают церковь как организацию человеческую, которая находится в неком нравственном соприкосновении с идеальной церковью. Но вы будете позже учить в курсах сравнительного богословия о том, что подобную точку зрения высказывали так называемые отцы протестантизма. Да? О том, что есть некая церковь идеальная церковь, совершенная церковь, действительно святых. И есть вот церковь земная, церковь, находящаяся в исторических условиях, которая находится в соприкосновении с церковью идеальной. И это соприкосновение, оно носит характер спорадический и носит характер нравственный. Нужно избегать подобного рода крайностей. Мы с вами верим, что церковь, видимая церковь, в которую мы сами ходим, к которой мы, мы сами принадлежим, членами которой мы являемся, это церковь и есть святая, и есть единая, и есть апостольская, и есть вселенская. Никакая либо другая, никакая либо идеальная церковь а именно эта церковь. Да, в этой церкви есть человеческий элемент, но этот человеческий элемент он не упраздняет, не уничтожает этой святости, этого единства и этой вселенскости церкви. Опять вернемся с вами к символу веры, где сказано, что мы верим в единую святую соборную и апостольскую церковь. В догматическом богословии принято называть эти свойства церкви существенными, то есть свойствами, которые, собственно говоря, определяют бытие церкви. Если бы какого-нибудь из этих свойств не было, церковь не была бы церковью. Можно говорить о свойствах существенных и можно говорить о свойствах несущественных. Но ну, скажем даже, если бы мы с вами попытались дать определение понятия что такое человек, есть существенные свойства, которыми обладает любой человек, например, разумность, да, ну и так далее. Есть несущественные свойства: цвет волос цвет глаз, цвет кожи и так далее и тому подобное. Если бы у вас стал э, другой цвет глаз или другой цвет кожи или другой цвет волос, вы бы от этого не перестали быть человеком. Однако, если бы от вас был э, было отнят там, образ, скажем, Божий или э, был отнят разум или была бы э, отнята свобода воли, вы бы перестали быть человеком. Потому что, собственно говоря, эти определения являются существенными для определения понятия человека. Соответственно, и в церкви есть существенные свойства, без которых бытие церкви как таковое невозможно. Я повторюсь, если бы не было хотя бы одного из этих свойств, эта церковь не была бы, церковь не была бы церковью Вселенской. Святость церкви основывается не на личной святости членов ее, не на личной святости, но, ну, в конце концов, нас с вами. Хотя мы призваны быть святыми, да? мы призваны к святости. И апостол Павел даже э, дает максимум, да будут в вас те же чувствования, что во Христе Иисусе. А также он говорит, подражайте мне, то есть апостолу Павлу, как я подражаю Христу. Собственно говоря, подражание и... Э, э, вращивание в себе таких же чувств, как у Христе Иисусе, это то, к чему должны стремиться христиане. Мы должны стремиться к святости. И это наше стремление, оно выражено в том, что мы почитаем святых. Да? Но святость церкви зависит не от нас. Святость церкви зависит от ее основателя Иисуса Христа, а также от Святого Духа. Потому что принято говорить в богословии православном о двух аспектах церкви об аспекте христологическом и аспекте пневматологическим. пневмодух. Христологический аспект он выражен в том, что церковь основана Иисусом Христом. Церковь ⁇ это тело Христова, а Христос ⁇ глава церкви. Но вхождение в церковь, пребывание в церкви. А дары, которыми мы обладаем в церкви, даются нам Духом Святым, потому что, несмотря на то, что основатель церкви Господь наш Иисус Христос, и, не, и невозможно представить, чтобы она была основана без э, того, что Он для нас совершил, собственно говоря, наше искупление, э, основанием церкви считается День Пятидесятницы, то есть сошествие Святого Духа. Не было бы сошествия Духа, если бы не было того, что совершил Христос. И когда ученики. Говорят о том, что было бы хорошо, если бы Христос не страдал, если бы не уходил от них, да, если бы не оставлял их. Он говорит, что если не уйдет, то не придет утешитель, да, не придет тот, кто должен прийти. Соответственно, это глубокая взаимосвязь между действием второй ипостаси для спасения мира, сатирологическим действием и действием третьей ипостаси. Собственно говоря, Божественного Логоса и Святого Духа. Поэтому и в церкви присутствуют два аспекта: аспект христологический, как я уже сказал, и аспект пневматологический Духа Святого. И именно присутствие Духа Святого в теле Христовом в церкви делает церковь святу. Церковь э, свята, как я уже сказал, не потому что мы святы, а мы можем быть святы, потому что церковь свята. То есть нужно построить эту цепочку э, в обратном порядке. Не мы делаем церковь святою, а церковь делает святыми нас. Ну, во всяком случае, некоторых из нас, которых потом мы признаем как святых и канонизируем их, а не наоборот. Поэтому когда могут нам говорить, так, посмотрите на себя, у вас же такой недостаток, и такой недостаток, и, и вы не такие, и иерархи не такие, и священники не такие, вообще все не так. Какая же вы церковь святая? Мы церковь святая не потому, что мы святы, а потому что мы пришли в церковь дабы обрести эту святость, потому что она дает нам святость, а не мы даем ей эту святость. Кроме всего прочего, нужно понимать, что само слово святость, оно в рамках священного Писания понимается не как некая личная безгрешность, а как избранность. Когда Господь избирает еврейский народ из целого ряда других народов, Он называет его народом святым. Не потому, что там не было грешников. Почитайте Ветхий Завет. Там было большое количество грешников. Было большое количество людей, которых было только одно на уме, дабы изменить правилу и законам, полученным от Моисея, и принести какому-нибудь языческому Богу жертву, и что-нибудь такое натворить. Но он народ святой именно потому, что его избрал Бог. А церковь, как новый избранный народ, является тоже Святой. То есть мы еще церковь святой еще потому, что это избранный новый Израиль. Кроме святости, церковь является еще единой. И это единство тоже обусловлено единством главы, то есть Иисуса Христа. По сути своей, грех разделяет. И мы знаем, что когда, вот даже если мы обратимся в самое начало Священного Писания и увидим историю грехопадения, то сразу налицо последствия грехопадения выражены в разделении. Адам и Ева разделяются, потому что по сути своей Ева соблазняет Адама, и это, это, это собственно говоря, форма разделения. Да? Не форма помощи, не удержать его, а наоборот. И, соответственно, это разделение. И таким образом грех разделяет, а благодать объединяет. И, соответственно, высшая форма этого объединения во Христе, которая производится в церкви благодатью Святого Духа, оно приводит к абсолютному единству. Церковь может быть только одна. Даже э, несмотря на существование поместных православных церквей, э, большинство из которых автокефальных, да, но все поместные православные церкви, которые мы знаем с вами, э, и, как я уже сказал, у которых есть определенный различия, мы все равно все э, являемся единой церковью, потому что у нас один глава, Иисус Христос, одна вера, одно крещение, и все мы получаем дары Духа Святого. Вспомните того же апостола Павла послание к Ефесянам, когда он говорит, что один Господь, одна вера, одно крещение и одна церковь. Поэтому э, сам принцип объединения людей ради Бога и в Боге предполагает абсолютное единство. То есть, может быть, действительно единичная церковь, то есть не просто единая, а еще и одна. Другой не может быть церковью. Если бы предпол... можно было предположить, что может существовать некая альтернативная единая соборная апостольская и церковь, это бы обозначало, что может... можно получить... Э некое единство, спасение и приобщение дарам Святого Духа еще и кроме э, церкви. Но э, такого не может быть, потому что бы это уже был тоже пример разделения, а не пример единства. Соответственно, э, исходя из этих рассуждений, можно с э, уверенностью говорить, что принцип единства – это один из самых э, важных и один из самых э, серьезных принципов, на которые нужно обращать внимание и о котором нужно тоже постоянно говорить и об этом нужно думать и об этом нужно объяснять людям. Кроме всего прочего, кроме того, что церковь является церковью единой, церковью святой, она еще является соборной и апостольской. В чем апостольство церкви? Церковь апостольская тоже в двух в своих аспектах. Она апостольская, потому что она основана на апостолах. Собственно говоря, проповедь апостолов стала основанием церкви. Апостол проповедует, скажем, в Эфесе, или в Галатии или э, в Риме, или в Антиохии, или в Александрии. И результатом его проповеди становится община э, христиан, которая уверовала благодаря этой проповеди. Апостол поставляет там, и, э, оставляет своего преемника, и идет проповедует в другой город, да, где тоже организовывают общину. Поэтому можно говорить о том, что церковь, она является результатом апостольской проповеди, поэтому церковь и апостольская. Но с другой стороны, апостольство церкви еще и обозначает ее служение. Потому что какое служение у апостолов? Вспомните всем известные евангельские слова, когда Господь говорит апостолам, идите и научите да, все народы. Соответственно, учить, проповедовать, проповедовать имя Христово, проповедовать христианскую веру. То есть выполнять апостольское служение – это постоянная миссия церкви. Церковь всегда проповедовала, проповедует и будет проповедовать Христа. Соответственно, это и есть ее апостольство. Ну и, конечно же, соборность – то слово, которое в нашем тексте переводится как «соборность», это греческое слово «кафоличность», обозначающее «вселенскость». Церковь, она вселенская. То есть, как я уже говорил, и, собственно говоря, вселенскость и вытекает из рассуждения о единстве. Церковь может быть в любых краях земли, у всех народов. Она должна распространяться абсолютно везде. И присутствие везде – это как раз и есть вселенская церковь. Но вселенская церковь означает еще и то, что, собственно говоря, в церкви присутствуют благодатные дары которые необходимы для спасения всей Вселенной, всего мира. Поэтому Вселенская Церковь – это не только география ее присутствия, да? это не только география присутствия, это еще и возможность обратить, обратить в христианскую веру, дать благодатные дары для спасения всей Вселенной. Соответственно, подводя итог нашей сегодняшней лекции, я бы еще раз хотел напомнить вам те слова, которые я говорил в начале лекции, о том, что нельзя говорить о возможности приобщения благодатным дарам вне церкви. Мы можем стать участниками этих благодатных даров, мы можем стать участниками спасения, только войдя в церковь. Без церкви этого невозможно, потому что принцип Собирание вокруг э, Христа ⁇ это принцип единства, а не принцип разделения. Принцип разделения ⁇ это принцип греха. Принцип благодати ⁇ это принцип единения во Христе. Соответственно, э, только через церковь, через православную церковь, э, и только в ней возможно по-настоящему э, приобщиться э, благодатным дарам и получить ожидаемое э, спасение. Благодарю за внимание. Если у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Скажите, пожалуйста, как правильно нужно вести себя в церкви? Благочестиво. В церковь человек, когда приходит, должен направлять свою э, мысль, свой ум на единение с Богом. Собственно говоря, э, люди приходят для молитвы. Да? И результатом этой молитвы, результатом того, что человек пришел в церковь, э, должно быть не собеседование с соседями, которых он не видел в течение рабочей недели, а в том, чтобы с этими людьми, которых он видел в течение рабочей недели он еще и объединился ради имени Христова и в самом Христе. Соответственно, в церковь нужно приходить для того, чтобы молиться, Ну и естественно, что собственно говоря в церкви, нужно э, приступать к чаше. Я уже говорил о значении евхаристии, поэтому нормальным является даже естественной нормой жизни э, церковного человека является частое причащение. И все, что э, человека может отвлекать э, во время богослужения от его желания. Быть достойным участником этого собрания и достойным причаститься, естественно, не должно совершаться. Не должны быть мысли там о каких-нибудь мирских делах, не должны, не должны присутствовать какие-нибудь эмоции, которые могут его отвлекать, обиды и так далее и тому подобное. Соответственно, человек в церкви должен максимально стремиться к проявлению себя с лучшей стороны, и все, что его отвлекает от этого, должно оставаться, оставаться за пределами, за порогом церкви. Братья, спасибо за внимание. Следующая э, э, тема нашей лекции посвящена, собственно говоря, продолжению учения церкви, а именно мы будем говорить с вами о таинствах православной церкви.